Спасибо врачам. Региональное отделение партии «Единая Россия» оказывает помощь медикам. В рамках акции медицинскому персоналу были доставлены 80 пакетов с набором для чаепития. Наталья Дуркина продолжит тему. Порядка 100 человек медицинского персонала ежедневно борются за жизнь пациентов. Для того, чтобы поддержать медработников в этот непростой период, региональная партия «Единая Россия» приняла участие в акции «Спасибо врачам». Любая помощь, поддержка, в частности, да, то есть она поднимает моральный дух медицинских работников, прочего персонала, который оказывает медицинскую помощь, участвует в оказании медицинской помощи. Поэтому любые акции, которые проводятся в рамках поддержки, они, естественно, необходимы и помогают работать. Кофе, печенье, конфеты, чай и многое другое. Более 80 наборов к чаю было доставлено в Ненецкую окружную больницу. Акция «Спасибо врачам» по передаче проднаборов медикам продолжается по всей стране. Один из важных аспектов – это действительно врачи находятся в ежедневном режиме, поэтому продуктовые наборы, связанные с продуктами питания для чаепития, мы уже на регулярной основе оказываем содействие врачам. Мы эту акцию делали и в апреле месяце, вот в пиковые моменты. И сейчас, в июне месяце, мы также решили региональным отделением при поддержке центральных органов партии оказать помощь врачам. И сегодня мы вот вновь встречаемся тут у стен нашей окружной больницы для того, чтобы, скорее всего, вниманием и тем возможным, чем мы можем оказать это внимание нашим содействием врачам. Добавлю, в рамках акции закуплены 2 отечественных легковых автомобиля для нужд медицинских организаций. Наталья Дуркина, Владислав Ткачев, телеканал «Север».